Два разрешимых степени. Один, степени два, степени три и так далее, и так далее, и так далее. Точно так же. Все грани нашего графа бывают с тремя ребрами, с четырьмя ребрами, с пятью и так далее. Давайте, вот прежде чем писать вот такого типа неравенства, давайте просто распишем V и G. Именно таким вот образом. Вершин степени 1 в нашем графе просто нет. Кстати, вершин степени 2, но уже вершин степени 3 у нас тоже нет. Поэтому вершины в нашем графе бывают только такие. Вершины бывают с степени 4. Ну, на самом деле вершин степени 5 тоже нет. Ну, ладно, я уж напишу, так сказать, красоты ради. Хотя, на самом деле, у нас значит, степени вершин начинаются с 4. Отлично. Теперь давайте соображать, что будет о гранях. Грани треугольники вполне возможны. Четырехугольники, пятиугольники и так далее, до, ну, там, до чего? Понятно, их конечное число. Г3 – это количество треугольников. Г4 – количество четырехугольников. Г5 – количество пятиугольников и так далее. Хорошо. А вот сейчас замечательная идея. Ребята, вместо того, чтобы считать перемены от красного к синему по вершинам, мы скажем, что количество перемен можно посчитать и по граням тоже. Объясняю. Вот я мог бы вокруг каждой вершины бегать и считать, сколько там раз произошел переход от красного к синему и от синего к красному. А могу просто пройти по каждой грани. И как только происходит перемена от красного к синему и от синего к красному, то это дело считать. Почему это хорошо? А потому что у треугольника, как бы он ни был раскрашен, количество перемен максимальное сколько? Два. Два. Больше, чем две перемены не бывает. Хорошо. У четырехугольника, что не поделаешь, четыре. Дальше. У пятиугольника четыре. У шестиугольника шесть. Ну и так далее. У семиугольника шесть. И так далее. Значит, мы оцениваем величину n через 2g3 плюс 4g4 плюс 4g5 плюс 6g6 плюс 7g7 и так далее. Хорошо. Теперь надо все-таки сообразить. Интересно, здесь я какие-то неравенства писал. Что-то вроде этого надо написать и сейчас. Значит, для количества вершин я уже формулу написал. Для количества граней я формулу уже написал. Самое время написать формулу для количества ребер. Ну давайте, пройдем по всем граням. И что у нас тогда получится? Значит, удвоенное число ребер это 3g3 плюс 4g4 плюс 5g5 и так далее. Надо у каждой грани количество ее сторон посчитать. И все это, ну, сколько таких граней, столько и плюс. Отлично. Отлично. Это удвоенное число ребер. Удвоенное число ребер. Ребята, а вот сейчас надо подумать, откуда у меня там может возникнуть 4v минус 8. Это очень просто. Надо вот это равенство умножить на 4. Что тогда будет? 4v, да? Смотрите, минус 8, это понятно. Это есть 4r минус 4v. Согласны? Это понятно или непонятно? Из формулы Эйлера. Умножил на 4, двойку умножил на 4, перенес сюда, здесь 4r минус 4b.
что теперь для, надо сделать? Вот здесь у меня написано формула для двух r. Надо ее умножить на 2. Получу формулу для 4r. Для g формула написана вот здесь. Ну и замечательно. Давайте это сделаем. 4v минус 8. Итак, поехали. 4r это вот это. Это двойка умноженная на 3g3 плюс 4g4 плюс 5g5 плюс 6g6 плюс и так далее. 7g7 и так далее. Замечательно. И теперь надо не забыть вычесть 4g. Пишу минус 4g. Минус 4g3, минус 4g4, минус 4g5, минус 4g6, минус 4g7 и так далее, и так далее. Посмотрите, пожалуйста, что будет, когда здесь приведете подобное. Здесь у нас будет сколько? 6 минус 4. 2g3. Дальше пойдет 4g4. Обратите внимание, это то самое, что нам нужно. Дальше пойдет 10 минус 4 с коэффициентом 6. Дальше пойдет 12 минус 4, это с коэффициентом 8. Ребята, если все равно с каким-то коэффициентом, главное, что с большим, чем мне надо. То, что вот здесь вот получилось, больше или равно этой величины, а именно этой величиной мы ограничили сверху величину n. То есть, когда я возьму вот эту разность, она будет больше или равна n. Обещанная теорема доказана. Обещанная теорема доказана. Значит, ребята, надо ровно сейчас доказать теорему Каши о жесткости. Там идея такая. Если вы берете многогранник и предполагаете, что он начал двигаться, надо поставить минусики на те двугранные углы, которые уменьшаются, а плюсики поставить на те двугранные углы, которые при этом увеличиваются. И замечательным образом, вот, если вы посмотрите на то, что я только что доказал, оказывается, что есть вершина, в которой меньше 4 перемен. А что значит меньше 4 перемен? Это на самом деле означает, что у вас просто там одни ребра только плюсы, а другие только минусы. Правильно? То есть у вас в некоторой вершине с одной стороны, представьте, у вас есть несколько граней, сходящихся в одной вершине, с одной стороны все двугранные углы увеличиваются, а с другой стороны, они все уменьшаются. Интересно, что делать этому отрезку? С одной стороны, его уменьшают, а с другой стороны, его увеличивают. Для того, чтобы это превратить в настоящее доказательство, на самом деле, надо немножко поработать. Интересно, что и сам Каши, вот то, что я сейчас сказал, доказал неверно. И там, через некоторое количество десятков лет эту ошибку нашли и исправили. Так что вот то, что я сейчас сказал, ни в коем случае не надо считать доказательством. Но, тем не менее, комбинаторную часть доказательства я вам рассказал.